Если вы любите собирать в свою копилку маленькие кулинарные секретики, которые сэкономят вам время и силы на кухне, тогда не проходите мимо. Я хочу научить вас, как приготовить быструю кашу в термосе. Такая каша готовится за каких-то 5 минут, при этом за ней не нужно следить или бояться, что она пригорит. Это очень удобно, так как в термосе она чудесно распаривается и остается теплой, даже если оставить ее на всю ночь. Кстати, это прекрасная идея для завтрака, который утром уже будет готов. Подавать к столу гречку можно как в качестве гарнира к мясу или рыбе, так и с молоком, например. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Все, что вам понадобится, это крупа, вода и сам термос. 2. Поставьте воду на огонь и доведите до кипения. Пока она закипает, промойте крупу несколько раз и обсушите, переложив на бумажную салфетку. 3. В воде сразу можно растворить соль. В термос выложите крупу и залейте кипяток, плотно закрутите крышку и все, пусть настаивается минимум час. 4. Чем дольше будет стоять гречка в термосе, тем лучше она получится. Вот такая красота, а главное, что без всяких хлопот и за считанные минуты. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Вкуснее тем, кто подпишется. Нам понадобится: вода, 2 стакана, гречневая крупа, 1 стакан, соль, по вкусу, количество порций, 4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся!